управления по делам семьи и молоди облдеш администрации. Спасибо хочу сказать Марин Дизайн, Елене Журавских, всем тем людям, которые финансово помогали, тем всем людям, которые поддерживали и в проведении этого старта. Не так легко всем было, потому что это очень тяжело. Но я на высоту. Это очень взбудоражит, это очень красиво. И хочу сказать спасибо всем спортсменам, которые приехали с других городов, и пожелать им высоких результатов, чтобы вы увидели, как это красиво. И чтобы они к нам приезжали на тот год, чтобы этот старт был традицией ежегодной. Поддержите, пожалуйста, Николаевцев, этих спортсменов. Они все-таки для вас будут сегодня показывать хорошие результаты, я надеюсь. Спасибо вам огромное. Вчерашнего праздника, потому что приходилось поздравлять от маленьких детей наше будущее Николаева до ветерана Великой Отечественной войны. Я только что пришел с концерта, где выступала заслуженная артистка Украины Татьяна Писаренко. Я хотел бы сказать, что мы провели все мероприятия, которые желала наша община, которая хотела видеть прекрасный фейерверк, прекрасный гала-концерт. Сегодня мы провели ряд мероприятий в районах, в отдаленных, где, наверное, люди тоже вкладывают свою душу и свою трудовую деятельность в развитие нашего города. Нашему городу всего 221. И мы уже ставим планки, которые будут для города Николаева всегда высокими, но преодолимыми. Я говорю о том, что мы поставили перед собой задание бюджет городу иметь 1 миллиард, и мы сегодня имеем 1 095 000 000. Это дает право в первую очередь выплачивать заработную плату бюджетникам, выплачивать пенсии, пособия, давать возможность развитию и физкультуре, и спорту. И то, что мы с вами построили самую лучшую школу в Украине, буквально сдав муниципальный коллегиум на 1320 детей. Мы в прошлом году сдали с вами 4 детских сада. В этом году сдадим еще 2. Вот буквально они на подходе к 1 октября, к Дню Учителя. Я знаю и верю, что наши дети лучшие. 92% детей поступают в высшее учебное заведение. У нас прекрасные меценаты, такие как Небулон, Морпорт, наша Заря СПБ Маш проект. Те, кто сегодня включены в наши программы, которые называются социальными. Я хочу из сегодняшних наших спортсменов поблагодарить, что они приехали с разных регионов Украины, в том числе принимает участие и наша Петренко Оксана, которая является мастером международного класса, чемпионка Украины. То есть у нас есть все результаты. А вчера вместе с Николаем Петровичем Кругловым, вместе с партией регионов, мы чествовали наших олимпийских чемпионов. В том числе, вы знаете, что у нас первый олимпийский чемпион среди юношества, который является сегодня чемпионом по прыжкам на батуте. Есть чем гордиться Николаеву. И я верю и надеюсь на то, что совместными усилиями мы проведем все те программы, которые необходимы для нашего города. А сегодня, ребята, я спортсменам говорю, спасибо за то, что вы приехали. Помните о том, что город Николаев всегда открыт для встреч с вами. Город Николаев всегда ценит искусство спортсменов, искусство наших писателей, поэтов, наших художников. Это все наши с вами результат работы. С днем рождения, родной город! С днем рождения, николаевцы! Под святым Николаем мы все сделаем, чтобы спокойствие в городе Николаев всегда присутствовало. А перспективу мы видим в развитии наших детей в нашем городе по нашим ветеранам Великой Отечественной войны, которые очень много сделали, защищая отчизну от немецко-фашистских захватчиков. Это все наша история. У нас все впереди. С днем рождения, родной город. Спасибо вам большое. Я очень признателен команде Инги за то, что она организовала ребят. Там, если посмотрите, одни генералы, адмиралы. Она хрупкая, наша чемпионка олимпийская. Всех собрала в один кулак для того, чтобы показать, насколько это привлекательно для жителей нашего города. Спасибо тебе большое. Спасибо, Инга. А сейчас... Вот оно, торжественное вручение
Владимиру Дмитриевичу Подяка вашей области. Спортивно-театрализованный шоу-турнир «Звезд России». И один на один ты за шаг от удачи, веришь ты все равно, быть не может иначе. Первый шаг в неизвестность, выходишь на старт, все сомнения прочь, тебя гонит азарт. Только ты получаешь свой первый успех, для тебя начинается звездный разбег. Звездный разбег, звездный разбег, не умеем жить мы иначе, слышится смех. Звездный успех, руку братьями ты дашь. Ну да, вы же русские! Твоя светит звезда. Выше, 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 выше! Путь твой с тобою, звездный разбег. Звездный разбег, повышится свет. Звездный успех. Поем, поем, поем! Руку братьями ты дашь. Принимали участие только мужчины. Женщинам участие было за... Турнира «Звезды Шеста» как первая, самая юная участница. И это Тренко, мастер спорта, чемпионка Украины 2010 года, призер универсиады в Польше, победительница прошла... Ну, что-то так тихо, Николаев. Мы в Николаеве или где-то в другом городе? Николаев! Они готовы. Еще великие умы мира сего говорили, что... Внимание по прыжкам шестом, с приветствия судей и ознакомления правилами. Я думаю, прежде всего, можно ознакомиться с правилами и поприветствовать. Техника свободная. Длина и жесткость шеста не ограничиваются. Поаплодировать всем тем, кто уже собрался. Николаев, давайте поаплодируем нашему городу. Посмотрите, вот он, первый прыжок. И приглашаем сейчас. Вы сейчас видите уникальное спортивное шоу, которое мы проводим на Советской уже второй раз. Вы добились этого именно. Поближе к судейству. Хочу напомнить, что сегодня мы с вами вместе будем комментировать этот турнир. Я надеюсь на вашу поддержку. Николай, вы меня поддержите? А спортсмен... Давайте поаплодируем Юре. Ой-ой-ой! А где аплодисменты, где поддержка? Вот Юра подсказывает, что всем также вас снимают скрытые камеры, поэтому улыбайтесь. Можно поддерживать, мне подсказывают. Первая высота. Прошла первая попытка, и вот сейчас первая попытка участницы номер 3. Катерина Козлова, город Донецк, мастер спорта Украины, многократная чемпионка и призер Украины в разных возрастных категориях. Итак, готовы? Николаев! С добрым утром вас! Просыпаемся, я понимаю, после вчерашнего сложно. Первая попытка, Козлова Екатерина. Город Донецк. Есть! Есть! Она взяла ее, она взяла эту высоту. Я помогаю! Ну! У каждой участницы своя музыка. Я хочу больше. Итак, Николаев, где поддержка? Давай, Оксана, мы с тобой. На самом деле во всем. У Юры есть снова возможность поговорить с девушкой. Обрати внимание на спортсмена.
Ну, ваша поддержка. Синяя Черкашвили, город Донецк, вторая попытка. Ради вас сегодня прыгаю. И есть. А там бы давно. Юра, ты видел, мне главное кричать во время того, когда они... Мы просто договорились, что будем молчать, но, наверное, нам нужно кричать, да. Все. Но шест она держит уверенно. И давай, 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 давай. Это была вторая попытка. Сейчас будет Петренко. Поддерживаем. Николаев уже лучше. Третья попытка. Ощущения. Город Николаев, Николаев, не слышно. А теперь пока будешь что-то спрашивать, можно все вместе. Николаев. А ладошь, ой, Николаев, спортивный город. Понятно. Поехали. Я уже думал, ты побежал за ней прыгать. Давай, 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 давай. Yes! Правда, девчонки, разыграли? Больше поддержки. Есть! Есть! Вы посмотрите! Вы посмотрите на ее глаза, она счастлива. Алевтина, покажите всем глаза. Николай хочет увидеть, да. Ай-яй-яй! Нет, лучше было кричать. Давайте поддержим аплодисментами. Давай, 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 давай. Всех по-разному. Там просят помолчать, а то так. Так вы выходите вот на свет туда сразу, да. Ну что, нормально, Сергей? Оксана, три попытки вы взяли. Вы взяли. Сейчас тишина. 3,60 взяли, да? Да. 3,80 не удалось, но все равно очень серьезная соперница. Скажите, пожалуйста, сами вы довольны результатом? Нет, конечно, хотелось бы выше. На прошлых соревнованиях я 4 метра прыгнула так. На этих же. Ну, в принципе, эти соревнования все равно для вас являются этапом подготовки к каким-то будущим стартам. К чему вы готовитесь? Ну, зимой только начинается сезон. Зимой соревнования чемпионата Украины. И в Донецке проводятся каждый год звезды шеста. То есть до этих соревнований будет еще много времени очень. Надеюсь, что на тех стартах вы выступите поудачнее, чем у Николаева. Очень хотелось бы. Ну, в принципе, скажите, пожалуйста, как вам атмосфера, как вам зрители поддерживают? Нормально? Большое спасибо зрителям, большое спасибо тем, кто устраивали эти соревнования. Все, конечно, на очень высоком уровне было. Но немножко есть груз давления своего города, и девочкам, думаю, полегче. Они не чувствуют этой ответственности. А в принципе, какое у вас сейчас настроение? Извините, вы интервью хорошее. Можете чуть потом как-то, да? Большое спасибо. Затягивайте у нас мероприятие. Спасибо. Юра. Мы тут так ждали, а ты вот именно в конце. Так вот, на... Давай, 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 давай! Не закатишь! Почти! С толпой думаю, да что я потом возьму. Лучше поаплодируйте больше. И... Спасибо.
Ничего, ничего, Катечка. Мы с тобой аплодируем, Николай, поддержите. Помолчай, думаю, вдруг только поможет. Только что закончили выступление, всего там 3 метра 8 сантиметров. Аплодисменты! Вы довольны своим результатом? Ну, результатом довольно не очень. Николай, поднимите руку, кто когда-нибудь здесь вот, на площади сегодня видел прыжки шестом ночью? В декабре месяце, в январе где-то там. Ты видел? Ну, сколько выпил? Нормально, как бы еще не готово. Понятно. Хочу напомнить, что впервые прыжки шестом ночью проходят здесь. Атмосфере. Ну, люди, итак, конечно, поддержат, поддержка хорошая. Вот я вижу, кто-то идет. Ну, такие не вижу, кто. Цвет глаза. Классно. В принципе, что это вы хотите максимально завоевать в своей спортивной карьере? Что-что? Что вы хотите завоевать максимально в своей спортивной карьере? Ну, вообще, каждая спортсменка, наверное, хочет выиграть Олимпийские игры. Как бы хочется, конечно, достичь самого своего высокого результата, потихонечку по ступенечкам подниматься выше и выше. Мы желаем вам только успеха, только обеда. Смотрите, как будем парни будем болеть стараются за вас, да? Как за украинку, красивую девушку. Девушки, прекрасную смотрите спортсмен на парней, ради спасибо вас стараюсь. Это была Ксения Чердашвили. Хочу напомнить, что из парней сегодня... Я уже там 4 метра, 3 метра 80. Катя, пожалуйста, вы довольны своим результатом? Нет, недовольны. В таких условиях нужно прыгать намного выше. Ну, в принципе, вы рассчитывали на какой результат? Ну, хотя бы 4 метра. 4,10 высота. Ну, хотелось бы еще выше. Приятно было, в принципе. Все равно такая интересная сегодня программа. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь вы в таких условиях, в такой атмосфере выступали? Это было интересно. Нет, это первый раз. Я только была зрителем на «Звездах шеста» в Донецке. А участвовать еще мне не приходилось. Очень понравилось, очень положительные эмоции. Что больше всего понравилось вам лично, как красивой девушке, как талантливой спортсменке, понравился вообще наш город, наши, да, зрители? Понравился город, очень теплый прием зрителей, все очень замечательно. Что в будущем, какие вы максимальные результаты хотите показать в своей спортивной карьере? Ой, ну, мне кажется, каждый спортсмен мечтает установить мировой рекорд и добиться самого большего. Мы желаем вам только этого, будем за вас болеть и хотим, чтобы вы славили Украину. Спасибо большое. Спасибо вам. Если я упор сделаю, могу выше под... Да, вот самое главное, ручками правильно. Молодец, говорит. Завтра будем фотографировать. Аплодисменты! Алевтина Руева, город Днепропетровск, результат 4 метра! Николаевич тренер, первый мастер спорта по прыжкам с шестом, человек, который сумел собрать возле себя единомышленников. Ведь спорт... Читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. А здесь сердце, он забудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди. Кто нас выводит в мастера? Все. Есть! Я ж говорил, что он хорошо кувыркается. Ай-яй-яй! Плохо болеем! Плохо! Николаев, давайте поддержим лучше!
Я еще раз хочу напомнить, что очень сложно в темноте. Давай, 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 давай! Хорошо прыгает. Наконец-то проснулись, а? Не, на самом деле он тут кувыркался. На самом деле просто мы плохо хлопали, Николаев. Есть! Есть! Это ж надо уметь наверху еще. Так, мы... Выше левый. Левый. Сегодня мы берем правый рекордные ниже. Высоты. Правый. Ниже правый. Правый. Все, касание есть. Теперь выше поднимайте, чтобы касание было. Куда опять? Правый ниже. Я для людей объясню. Значит, левый чуть выше, левый. Правый или... Николая! Он показал вверх пальцем, ему помешал Карлсон. Результат 5-3. Давай, 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 у тебя получится! Ну все, забыл сказать волшебное слово. Славик, возьми. Еще раз напомню, Ваня первым пришел сегодня на тренировку. Вторая попытка! Ваши аплодисменты. Я думаю... Называется начало сезона. Ты закончил с результатом 5. Самое интересное, Юра, что мы всех сегодня подкормим соками Сандора. Своим результатом. Нет, отправим Смайл Люкс. После этого обязательно они споют, принципе, с нашим мэром и возьмут. Какой бы ни был результат, мы делали в большей степени шоу, больше дарили радость городам и городу и горожанам. Я хочу и хотели всех бы поздравить. Напомню, что сейчас берут планку 5.40. 221-я годовщина, Николаев. Повышаем высоту. В принципе, не все удалось. Ну что ж делаешь? Будем бороться, стремиться к новым высотам. Денис, каково тебе было выступать в атмосфере? Мне показывают. Очень приятно, очень приятно, что Александр Корчин, город Киев. Его лучший результат 5 метра 81 сантиметра. Ночью и поддерживают участник двух Олимпиад. Достижение сегодня лучших здесь спортивных результатов. Ради спасибо вас, вам Николаев. Большое, Николаев.
спасибо тебе за то, что был сегодня вместе с нами. Спасибо большое. С днем города! Самых бумажек, которые иногда так нужны. Зеленых, красных, синих. Мы готовы. Побольше вам денег. Поехали. Давайте нашим участникам побольше аплодисментов. Алина, вы... Александр Корчмит, город Киев, участник под номером 7. Алина, вы стали первой на этих соревнованиях. Мастер спорта международного класса. Довольны своим результатом. Участник города. Я немножко недовольна. В принципе, довольна. Попытки возьмет. Спорим. Давай одна половина. За то, что возьмет. Поздравляю вас с победой. Довольны ли вы своим результатом? В принципе, да, довольна, так как это только начало сезона, и я уже не прыгала 2 месяца. Но хотя чувствовала, что могла прыгнуть и выше намного. На 3 рубля. Сейчас. Все, скинулись. Ваши планы дальнейшие? Буду готовиться к летнему чемпионату Украины и к чемпионату Европы по молодежке. Вот. Спасибо за то, что вы сегодня были вместе с нами. Вам также сейчас спасибо. Будет прыгать Ревенко. Ты понял, я круче. Я заработал на тебе больше. Ваши аплодисменты, Юрий! Что там спортсмену? Юрий, он 2 литра сока выиграл. Больше, чем у тебя. У меня пока один в запасе, да. Давай, 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 давай! Иван Еремин! Николай! Давай, Ваня Васильев! Ай! Итак, он же вторая попытка. И давай, 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 давай. Вышло! Yes! Взял! Взял! Как мне прыгнуть? Возьми эту высоту с первого раза, давай! Yes! Молодец! Скажи честно, в детстве кашу. А кто любит кашу? Все любят кашу? Отлично. Юра, у нас одни спортсмены здесь. Представляешь, а мы в школу набрать не можем. Где вы ходите? Не хотите? Полно же видов. Для того, чтобы научиться прыгать шестом, придется вначале всему научиться. Лежать, прыгать в длину, прыгать в высоту, толкать, метать. Готовится. 5.50. Девушки решили подойти поближе, посмотреть, как парни прыгают. Поаплодировать ему. Итак. Высота готова. Давай! Юра, ты его испугал. Он подумал, что уже болельщики бегут. Давай! Ничего, Влад, переедешь к нам, накормим молоком, напоим, с девушками познакомим. Юра все обеспечит. Ничего,
Юра, мы под... Юра показывает, если сделаешь третью попытку, значит сразу на двоих сообразим. Ты представляешь себе, высоко мы летим, а там 40 градусов. Да, молодец, понял, все. Аплодисменты. Аплодисменты парням. Давай! Спасибо Владу. Приятное рукоплескание прыгать в этом городе. Спасибо. Хотя сейчас холодно, но с вами очень жарко. Молодец. Влад, ты тоже понравился Николаеву. Только что достойно вышел. Итак, Влад пошел давать интервью, скажи, получать молоко за вредность. Скажи, а у нас участник номер 9. Скажи, пожалуйста. Третья попытка. Иван Еремин. Ваня. Ой, вы знаете, после того, как я 2 месяца отдыхал, не хотите. В принципе, очень хорошо. Я буквально 1 июля закончил чемпионат Украины. Буквально вот до сегодняшнего дня ни разу не прыгал, не тренировался, ничего не делал. Давай, Ваня, давай. Вот, ну это замечательно. 2 месяца ничего не делал. И тут, кстати, прыгнуть. Наверное, болельщики очень хорошие. Болельщики очень хорошие, поддержали очень тепло. И очень еще сильно. Держим, хорошо. Красиво, приятно. Красивая площадь, замечательные люди. Ну, в общем, все, что можно желать, все здесь. Прекрасные зрители. Помогали. Спасибо тебе большое. Поддерживали, пожалуйста. Спасибо большое. Всего доброго. А он тоже третий. Давай. Достойно выступил в наших соревнованиях. Ты сам доволен своим результатом? Я доволен результатом. Я доволен, что действительно организаторы постарались и сделали такое замечательное соревнование. Сколько я надеюсь, Юра? Его будут проводить и впредь, и будут приглашать меня. Я постараюсь 5, показать 7, еще лучшие 1. Результаты. Каково выступать в такой атмосфере на этой площади? Просто супер, лучше ничего не давайте не так, все, кто хотят сейчас, пользуясь моментом, передать привет маме, бабушке, друзьям. Выигрывать, показывать лучшие результаты. Мы не желаем только побед, будем за тебя переживать. Спасибо большое. Огромче. То есть вы можете увидеть и быть свидетелями рекорда. Рекорда этих соревнований и международного. Николаев! Сильно хочет, ты чувствуешь? Сильно первая хочет. Первая попытка, да. И... почти взял. Ему, наверное, тесно. Ты посмотри. Это он попробовал. Примеряется. Тяжело на помосте. Давай, Роду, давай! Есть! Так, все быстро закрыли глаза. Мы поставим планочку на место и нормально. Молодец все-таки, скажите. Аплодисменты. Саня, ты представляешь, что вот на... Ну? Еще? А с тобой надо было активнее колено вот тут бежать. Видишь, чтобы колено выходило. Сань, давай попробуем. Нет. Победой, которую я решил. Больше аплодируем. Подарил нам брать. Как тяжело, правда? Далась тебе эта победа. А тем более еще в таком виде. Ну, победа далась довольно. На самом деле мы сегодня с Юрой думали по-другому себя вести. Он белый, он добрый. Факт, что хорошие погодные условия. На самом деле помогает публика и так далее. Потому что здесь все классно. Потому что здесь на нашей площади лучшие спортсмены. Атмосфера очень хорошая. Днепропетровск. Хорошая поддержка. Ну, в принципе, все классно. И погода, все получилось. Украины! А других жабов потом заказали, что они не приехали и приедут в следующий раз. На дальнейший отдых будет у меня. А потом мы
едем еще. Потом будем готовиться к зимнему сезону. Тут будут спортсмены с других стран. Ты выступал на двух олимпиадах. На третьей олимпиаде планируешь выступить? Юра, да, ты заметил, обязательно. Что идет, сейчас вот начинается подготовка на казалось Олимпийские бы, игры. Казалось бы, никто не поет. Нет Аллы Пугачевой, нет Киркорова. Последний вопрос. А все стоят, смотрят, все поддерживают. Что ты хочешь максимально добиться своей спортивной карьеры? Потому что Андрюша сегодня на нашем звездном спортсменам хотелось бы стать призером на Олимпийских играх. Чемпионом или призером Олимпийских игр. Сегодня будут и петь, и танцевать. Мы желаем тебе всегда успеха. Будем за тебя болеть. Спасибо. Пока наш спортсмен отдыхает, хочу пригласить на это... Что, понравилось или нет? Но мы опоздали. Мы опоздали. Мы не видели. Опоздали, да? Да. Шоу или нет? Да, очень понравилось. Круто, классно. Что понравилось больше всего? Прыжки, наверное, больше всего. Прыжки больше всего понравились. Да, мне тоже круто. За кого-то переживали конкретно? Конечно, за всех переживали. За всех болели, всех поддерживали. Как вы считаете, на будущее надо это делать? Конечно. Конечно, нужно поддерживать. Спасибо, девочки. Чуть-чуть, он не работает. Ведущий конец. Микрофон сам. Хорошо. Ведущий... Не надо низко. Вот стой. Во, нормально. Ладно, все. Ведущий канистра. Понравилось шоу? Есть, да, понравилось. Но ведущий канистра полный. За кого-то болел? Конечно, ебать. За кого? За Шурика. Саня, Шурик. Мы себя чувствуем отлично, нам понравилось и шоу. Наши спортсмены самые лучшие. Все было офигенно, просто офигенно. Бомба! Николай рулит! Да, понравилось. Что-нибудь скажешь? Вы планеты! Ваши аплодисменты! А что? Больше. Мне понравилось! Супер! Сегодня никто. За кого-то болели? За все! И кто больше всего вам? Я кажу, кто в подобном. Все! Все хорошо! Спасибо!